Воспоминания крайне важны. Без них мы слепы. Без них мы оставляем судьбу этого мира на воле случая. Прости за беспокойство, Альбус, но до меня дошли тревожные вести. Тревожные? Что случилось? Гриндевальд. Час настал, братья и сестры. Наша война с маглами начнется сегодня! Миру, который мы знали, скоро придет конец. Чтобы его остановить, вам придется довериться мне. Мистер Ковальский, вы нужны нам. Сказал, не хочу, вот и не буду. Вы же знаете, что я колдунья, да? Дамблдор попросил тебе кое-что передать. И эта команда собирается свергнуть самого опасного волшебника столетия. Успех нам гарантирован. Никто не должен знать все. Даже ты. То, что ты делаешь, безумие. С тобой или без тебя, я спалю их мир дотла. В темные времена удача на стороне храбрецов. Если к вечернему чаю мы еще будем живы, можно считать, что наши усилия увенчались успехом. Мистер Ковальский? Почту за честь. Ты и вправду намерен отвернуться от своего народа? Ты, который говорил, что вместе мы изменим мир. Даже если мы ошибаемся. Ах, все! Нужно попробовать все исправить. Нам понадобится помощь. Ты не в силах остановить меня. История не так проста, как кажется на первый взгляд. Фантастические твари. Тайны Дамблдора. Смею полагать, вы довольны волшебной палочкой, мистер Ковальский? Можно себе оставить? Что, если немного сбавить скорость? За нами никто не гонится. Не смотри назад. Похоже, что одиноко нам не будет. Тормози. Что? Что? Сейчас! Скорее врубай радио! Лора, это... я. Привет! Параллельный контакт, малыш. Ну, ты же всегда жалела, что не встретила меня раньше. Пожалуйста. Да. А ты это помнишь? Если это происходит со мной, значит, с тобой уже произошло, так? Или это вроде мультивселенной, и каждое искривление это создает альтернативу? Это не мультивселенная. Боже, мы смотрели слишком много фильмов. А ваше время, 50-е, там плохо? Не идеально. Ищите. Готовься бежать. Чтобы путешествия во времени стали возможны. Каков план? Я не стану объяснять свой план мелкому зануде с ингалятором. То есть у тебя нет плана? У меня нет плана, но я знаю, кто может помочь. Папа! Я создатель машины времени? Да, проект Адам. Если мы прыгнем, то ни один из нас не вернется. Дергай рычаг. О, да. Целых 30 лет я пытался перестать быть тобой. Но знаешь, что, приятель?
лучшее, что во мне есть. Как ты стал таким умным? Как ты стал таким тупым? Не выйдет. Фогл! Фогл! Это кто? Да никто. Тут твоя старая одежда. Ты хочешь поехать с отцом? Нет. Насильно не получится. Простите. Это ради мамы. Она попросила нас кое о чем. И о чем же? Перед уходом она взяла с меня обещание, что ты и я вместе съездим на озеро и развеем над ним ее прах. Она угасала, еле дышала. Некоторые просьбы выполняешь, не спрашивая. Нет, ты не спрашиваешь, ты выполняешь. Сделаем, и больше ты меня не увидишь. Говорят, в итоге мы все становимся как наши отцы. С тобой это вряд ли случится. Ну, а если случится? Ну вот. Скоро будем болтаться на высоте 9000 метров над океаном в жестяной банке, которую управляет наверняка невыспавшийся пилот. Конец пути. Привет. У меня ствол. Эй, это тихий вагон. Здесь нужно говорить шепотом, сынок. Пистолет. Говори. Я готов. Вы получите нового, улучшенного меня. Потому что если несешь в мир добро, получаешь добро в ответ. Кажется, ты забыл, чем зарабатываешь на жизнь. Бери ствол. Каждый раз кто-то умирает. Мне это больше не по душе. Некоторые конфликты решаются только оружием. Ой, тут так круто. Ладно, что я должен стащить или забрать? Чемодан. Ты же хотел что-то попроще в качестве первой работы? Проще не бывает. Ты пырнул меня? Я разрушу твою жизнь, как ты разрушил мою! Чувак, я тебя даже не знаю! Эта работа ни хрена не простая! Там что-то происходит. Да, я не единственный на этом поезде, кто ищет этот кейс. Лимон, где чемодан? Я его спрятал. Он был здесь. Мы идем по графику. Все, что когда-либо происходило с тобой... Будет больно, тварь! Привело тебя сюда. Судьба. Это хреновая сделка. Быстрее пули. О, нет, спасибо. Слушайте, у вас есть что-нибудь с газом? То, что надо, спасибо. Думаю, аригато. Точно не хочешь договориться? Не особо, нет. А, ладно. Ленни!
Где ты был? Дом продается. Пожалуйста, выпустите меня, пожалуйста. Лэнни? Кто ты? Я в твоей голове. Живо открой чертову дверь! Джессика, ты не представляешь, насколько опасно. Лэнни! Я не сумасшедшая! Господи, где же ты? Мне страшно. Дай мне помочь тебе. Заперти. Ну что, народ, погнали! Не бузи, спускайся. Спокуха! Ты что за фрукт? Я пират. Давно ли? Пятый день. Сдрысни! Хорошо. А Гильдо? Он пропал в море с королевскими сокровищами. Сокровища? Покажи мне. Где золото? Давай дружить. Поначалу видится лишь морда чудища. Но если присмотреться... То что? Ты сможешь найти сокровище, если разгадаешь эту загадку. Где я был? Вперед! На поиски сокровищ! Надвигается шторм! Свистать всех наверх! Здесь кто-то есть. Убрать паруса! Помогите! По моей команде закрепить Рэю. Пираты. Последнее королевское сокровище. Мамулечка, я стал королем пиратов. Озвучено для канала в рейтинге. Мне не важно, кто ты. Если ты человек, у тебя есть глаза и сердце, то мы и вся индустрия поднимем тебе настроение. Какая индустрия? Носки, что ли? Нет, шоу-бизнес. Доброе, доктор Басс. Я покупаю Лейкерс. Ничего себе. Это солнечный Лос-Анджелес. Рай для загара. Пусть постараются стать чемпионами. Сказки для фанатов. Ради чего ты продаешь империю недвижимости? Вся лига на грани банкротства. Заткнись, Фрэнк. Пап, я хочу работать на тебя. Хорошо, устроим собеседование. Летний отбор. Так, Лейкерс выбирает первым. Верно. Так кого мне выбрать? Это очевидно. Ошеломляющий, неограненный алмаз, одаренный Ирвин Мэджик. Не называй это прозвище в моем доме. Мама говорит, что магия от дьявола. Но дьявол не забивает так, как я. В Лос-Анджелесе хотя бы есть церкви? Лос-Анджелес Лейкерс выбирает Мэджика Джонсона. Мы команда. Мэджик и Карим. Точнее, Карим и Мэджик. У команд есть фанаты, у нас будут звезды. Наши девочки не поддержка. Они танцуют. Тебе кажется, что я уеду и поменяюсь?
Я создаю нечто особенное. Династию. С ума сойти. Оставь династию мне. Как жизнь, Ларри? Да ладно, Рэд. Ты боишься конкуренции? Нет, но ты мне не конкурент. С этого момента мы играем, чтобы победить. Помни, кто ты и откуда родом. Это моя семья. У тебя нет семьи, только ее остатки. Один рывок, и мы выиграем все. Это уникальный шанс. А чего ты хочешь в будущем? Все. Шоу начинается. Дэнни, как оно? Хорошо провел время в Майами, да? Знаешь, я был бы рад тебе гораздо больше, но вы упустили партию кокса на 2 ляма. Это были люди Реала, Дон. Мы знаем, как все вернуть. Именно здесь ходятся все наркопотоки, торговля в руках мелких дельцов. И нет никого, кто бы подчинил себе все. Хватит работать на Дона или Реала. У меня есть план, мне просто нужен помощник. Ты в деле? У Тео кишка тонка. Видишь, Дэнни, у моей девчонки большие амбиции. Совсем как во все тяжкие, да? Ваш план не понравился очень влиятельным и опасным людям. Господа, вас ждет новая работа. В Доминикане еще никогда не было картелей. Мы будем первыми. Тост! За Дэнни! За Дэнни! Этот парень мой лучший друг. Я за тебя горой. Ты мне как брат. А эта девушка, она та, о которой я мечтал всю жизнь. Она морочит тебе голову. И все решает за тебя. Почему ты ни с кем не дружишь? Полиция продолжает искать львенка, сбежавшего из клетки при перевозке. Не бойся. Голодный? Будешь? Это дикое животное. При его обнаружении необходимо сообщить полиции. Как мне тебя называть? Как насчет короля? Мой приятель лев. Зачем ты это сделал? Началось. Мы должны добраться до дедушки. Он единственный, кто сможет помочь. Помочь в чем? Отвезти его в Африку. Она решила вернуть тебя домой. Он 100 раз объехал вокруг света. Он путешественник и точно знает, что делать. Дедуль, королю надо домой. А где король-то? Это наш лев. Мультик вы досмотрели. Настоящее. Необыкновенное приключение. Мы не позволим посадить его в клетку. Это редкий и дорогой вид. Нужно отправить дополнительные силы за ними. Поймать льва! Мы напали на их след. Быстрей! Нас догоняют! Держитесь крепче. Станет началом. Вы знаете, что они с ним сделают, если поймают? Дружбы и преданности. Мой львенок, я всегда буду твоим другом. Всегда. Этим летом встречайте. Король-львенок. Не сказать, что я мастер толкать речи, но момент вроде как обязывает. Не всякий сумеет вылететь из Ми-5 и попасть ко мне. Но вам удалось. В Слаухаус ссылают только лошар. И признаюсь честно, работа с вами – самое дно моей угасшей карьеры. Вот так. Поищешь-то что? Ошметки многообещающей карьеры. Слаухаус типа тюрьмы. Не принято спрашивать, кто тут за что. Я хочу быть полезным. Так скучно, что хоть вой. Скучище. Вы ведь знаете, сколько людей вернулось из Слаухауса сюда наверх, в Риджерс Парк?
Вводить вас в курс дела все равно, что учить собаку норвежскому. Нисколько. Давайте сюда, заложник. И держит его здесь. Хоть что-то да происходит. Только ты-то тут при чем? Что бы ни происходило, это дело настоящих агентов. Что с нас взять? Изгои, хромые клячи. Есть зацепка. Надо бы проверить. Ты мне поможешь? Вот уж нет, я пас. Нравится тебе или нет, Слава уже втянет. Ты, мать, не заигралась? Я не хотел убивать. Понятное дело, если бы хотел, он бы дышал. Ты сделала их мишенью. Все летит под откос. Я отвечаю за персонал твоего и других отделений. Она заметает следы. А когда заметаешь, что-нибудь да вылезет. Правда, они тебе дороги. Не, жалкая компашка лузеров. Но моих лузеров.